Всем привет! У нас прошел дождик, вот еще мокрая осталась плиточка на терраске. И, собственно говоря, я хотела показать вам, как волшебно красиво после дождя смотрится на сливе вот эти камни, потому что они просто совершенно покрываются мокрой водичкой дождевой. И получается, вот так играют, такая игра волшебная. Плюс еще мы оставили зону небольшого мха здесь, и поэтому этот мох — это вообще отдельная какая-то история. Вот так вот он смотрится, как свой определенный какой-то мир. Можно прям релакс устраивать с камнями. Здесь у нас тоже такое растение пытается виться, зеленеть. Камни — это волшебно. Сразу попадаешь в какую-то стихию природы, красоты, волшебства. Есть камешки с дырочкой. Можно загадывать желание. Сейчас покажу мой самый любимый камень. Я нашла его на Финском заливе. Никогда не думала, что можно найти камень с дырочкой на Финском заливе. Конечно же, загадала все самые заветные желания. Надеюсь, что сбудутся. Только посмотрите на этот камень. Вообще волшебный камень. Вот у него какая. Такой. Можно смотреть через него на небо. Как это волшебно смотрится. Вот такой большой. Большой, огромный камень с мою ладонь. Красавчик. Он даже мхом уже немножко покрывается. Люблю мох. Люблю листики, цветочки у себя в садочке. Так вот вам на заметку. Гномы передают большой привет. А еще я просто травку поставила в вазочку. И вот такой вот интересный эффект получился. Букет полевых цветов в вазочке с травкой. И у нас уже начала созревать клубника. Вот такая маленькая малышка. Мне так нравится она. Замечательная. А рядом с клубникой я шпинат посадила. Его можно уже... Здесь у меня тоже уже лучок. Что-то уже покушала. Шпинатик сейчас надо повыдергивать. Красота. Вот еще тоже клубничка цветет вовсю. Но больше всего мне нравится, конечно же, сейчас вам покажу. Вот такая вот полоса красивой зелени. И у меня уже начала цвести клубничка. Красненькая. Домашние в кашпо. Так интересно смотрится, конечно. И вот еще одна прям в кашпо краснеет. Здорово. Сурфинья очень радует, приятно пахнет. И огурчики, мы уже их не стали уносить домой, решили оставлять их уже в открытом, получается, грунте, на свежем воздухе, и на ночь тоже оставляем. Вот так вот это все распускается красиво. Виноград у нас уже зазеленел, прошел дождик. Класс. Люблю эту дождевую воду. Елочки у нас
проснулись, уже распускаются красиво. Такая красота. Маленькая такая полянка, релакс. И вот здесь уже виноградик начал так замечательно распускаться. Цветочки там у него уже появились на некоторых веточках. Волшебно смотрится. Ну и куст с луком, со шпинатом и немного укропа. Сейчас я пропалю его. Шпинатик уже можно и салатик сделать. И там укропчик полезет тогда вместе с луком. Там цветочки еще распускаться будут. Вот такие интересные, необычные. Вот. Наша красота. И всем прекрасных, замечательных, отличных выходных желаем. Ирис волшебный сейчас покажу. Такой красивый. Прям один. Но какой этот один ирис? Я его назвала маленький принц, потому что он один, но он реально как маленький принц, такой одинокий. Красивый. Елочка волшебная. И сосенки рядом. У нас появилась еще одна большая пергола волшебная. Так что скоро ее оплетет также виноградик. И будет вообще еще красивее, уютнее. Всем прекрасных выходных, отличного настроения. Ну и скоро наступит уже лето. Так что всем прекрасного лета. Пока-пока.